2Х-35. Складной ствол используется танковыми подразделениями для обучения танкового экипажа при стрельбе. Для экономии танковых снарядов вкладной ствол 2Х-35 вставляется в ствол танка. Вот. Вот у него есть элемент экстрактирующего патрона. Его запирает клин затвора танка. Ствол, агрегат ствола находится в стволе танка, получается. И мы ведем огонь, подключив спуск спускового механизма, кабель до системы, мы ведем огонь патронами 14,5. Не снарядами, а патронами 14,5. Ну, вот гильза осталась, да. Вот. Для обучения самое то, самое то. Значит, году в 15-м, 2015 году я подсмотрел у батальона «Донбасс» на выставки вооружения новомодного, там американского, там еще какого-то там, они выставили свою разработку, но как потом оказалось, что этой разработкой уже давно пользовались и в Сирии, и еще где-то там. По сути, они сделали, модернизировали из вкладного ствола 2Х-35, сделали противотанковое ружье. РТД, да, по-моему, называется там противотанковое ружье. Вот они произвели такое ружье. По ихним рассказам, значит, в районе, по-моему, 2015-16 год, они сделали такой ствол, и на расстоянии порядка 2 километров, 200, где-то так он сказал, на Марьинском направлении, они уничтожили топливовоз. Топливовоз ДНРовцев, там, я не знаю, кого там, ну, в общем, противника. Значит, патрон у нас в основном бронебойно-зажигательный, БЗТ, Б-32 и так далее, они зажигательные, поэтому если они попали в топливный бак, само собой происходит возгорание. Значит, что сделали здесь мы? Волонтерский подарок, прицел Night Force, очень дорогой, профессиональный, как заявлено. Насадка докручена для этого самого, для антибликового, чтобы стекло не давало блик. Вот. Убрали здесь направляющее колечко с помощью завода, где? Днепродзержинск. Днепродзержинский завод изготовил нам пламя-гаситель. Прямо написано Made in Ukraine. Вот. Ручка для переноса. Для транспортировки. Для транспортировки, да. Сошка подвижная на шарнире. Приспособление для установки прицела. И приклад. Приклад. Велосипедная рукоятка. Тросик натягиваем. И он, получается, поднимает вот здесь спусковой крюк. И происходит спуск. Значит, рекомендовано из завеса расчет 2 человека. Значит, заряжаем. Поднимаем прижимную планку. Заряжаем патрон 14,5. Опускаем. И производим спуск. Все. На километр пробовали по мишеням стрелять. Угу. Прицельная дальность, в принципе, нормально, бьет хорошо, отдача небольшая. Ну, чем как ПКМ, да? Да, ну, приблизительно так. С ПБСом, да, отдача небольшая. Она 100%, она может нанести уражение БМП, БТР, 100%, она его пробивает. Ну, на расстоянии километра точно. Километр, да, пробьет. Ну, я скажу так, что пробьет тот самый БМП и в двигатель 100% попадет. Если, да, так вот сделать, да, там, что в ребристый лист, допустим, да, или там
ну, допустим, так удастся, да, что вот под низ, под ребристый, да, этот наклонный лист нижний в броню, она пробьет и выведет из строя двигатель.